К концу торговой недели новостей все меньше. Тем не менее, давайте с ними ознакомимся. С вами Моника Гибсон, выпуск экономического календаря Докоскопи. В 8 утра мы узнаем данные по текущему счету еврозоны за июль. Профицит текущего счета был больше ожидаемого в июне ввиду положительного баланса по товарам, услугам и первичному доходу. В 12:30 дня по Гринвичу станет известен индекс потребительских цен Канады за август. Уровень годовой инфляции увеличился в июле, поскольку только в секторе перевозок был зафиксирован спад. В 2 дня по Гринвичу будет оглашен опережающий индекс США за август. Он сократился в июле после 4 месяцев стремительного роста. На этом завершается выпуск экономического календаря пятницы 18 сентября. Завтра мы ознакомим вас со сводкой новостей на понедельник.